Я не случайно предложил начинать второе отделение сообща. На мой взгляд, вы сейчас вряд ли имеете право быть равнодушными наблюдателями, скорее должны быть сопереживателями, соучастниками всего того, что состоится, потому что, будем говорить прямо, на сцену выйдут не просто артисты, выйдут ваши ровесники, наши с вами современники, будем надеяться, единомышленники, темы, которые они будут поднимать, не могут не волновать сегодня каждого из нас. Проблемы, которые они затронут, осмелюсь сказать, волнуют сегодня все человечество. Общаться вы будете языком песни. Песни написаны самими исполнителями, они являются и поэтами, и композиторами, и поэтами современными, и композиторами современными, и исполнителями современными. От всех примитивных часовых механизмов они отличаются тем, что им далеко не все равно, какое показывать время. Видимо, поэтому они и назвали себя так легко по форме и сложно по содержанию. Машина времени. С давних лет я любил не спектакль, а скорее подготовку к спектаклю. Я смотрел, как из волн возникало движение единой реки. Королей и принцесс наряжали в картон и под бороды красили паклю. Режиссер весь горел и от счастья, и боли сжимал кулаки. Даже самый бездарный актер для меня был предметом немого восторга. Он творил чудеса, он играл чей-то сложный душевный конфликт. Я с тех пор не привык их делить на актеров второго и первого сорта. Ведь они — это мы, а разрыв между нами не так уж велик. И порой я гляжу, мы актеры большого-большого театра. Только вот режиссер отлучился куда-то на миг и пропал. А способность играть обусловлена в сущности личным талантом. Но не скажет никто, что за пьеса, и скоро ли наступит финал. Знать хотя бы на миг, сколько актов и сколько между ними антракта. И чем кончится все, и какая в финале прибудет мораль. И чтоб кто-то сказал, ваша роль исполняется так-то и так-то. Но не скажет никто, а уставших актеров так искренне жаль. Болит, и мудрый говорит, каждый костер когда-то догорит. Ветер золу развеет без следа. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит. Если беда и если холода, раз ночь длинна, жгут едва-едва, и берегут силы и дрова. Зря не шумят и не портят лес. Но иногда найдется вдруг чудак. Этот чудак все сделает не так, и его костер взовьется до небес. Еще не все разрешено, еще не все разрешено, еще не все.
погасли краски дня, еще не жаль огня. И Бог хранит меня. Тот был в ней, кто свой огонь сберег, он обогреть других уже не мог. Но без потерь дожил до теплых дней. А ты был неправ, ты все спалил за час, и через час большой огонь угас. Но в этот час стало всем теплей. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня. Хранит меня. Памяти Джона Леннона посвящается следующая песня. Скажи, мой друг, зачем мы так беспечны? В потоке дней и суматохе дел не помним мы, что век не будет вечным, и всем путям положат свой предел. Не верю в чудеса, и это было бы странно, всю жизнь летать, однажды посмотрев
и все-таки всегда прощаемся нежданно. О самом главном не договорив. Мы не сбавляем шаг и не считаем дней. Средь бурь и передряг становимся сильнее. Но слышишь, бьют часы в тот самый миг, когда наверняка никто не сделал последнего звонка. И так светла дорога, где день родится вновь, и будут песни петь. И тот, кто шел за мной, пусть поспешит немного, успеть все то, чего мне не успеть. Остаток прожить. И тут на тебя все похожи.
покажи мне, чему ты рад. Постой, оглянись назад. Постой, оглянись назад, и ты увидишь, как вянет листопад, и вороны кружат там, где раньше был светлый сад. Спасибо. Позвольте мне познакомить вас с музыкантами группы, за клавишными инструментами. Петр Подгородецкий. Бас-гитара Александр Кутиков. Ударная Валерий Ефремов. Наш художник по свету Александр Заборовский. За пультом художественный руководитель Аванес Мелик-Пашаев. Гитара Андрей Макаревич. Спасибо. Следующая песенка написана совсем недавно. Она называется «Новый дом». Строить дом, но ведь дом всегда таков, каков ты есть. Ведь строят в силу ума и души, и в общем все дома хороши. Я сам понастроил столько, что не счесть. Был дом у пруда, и дом под замком, и старый дом из трех окон, и дом, где вечное лето, и дом, где зима. И каждый дом почти без труда давался мне, ну вот беда. Время рушит старые дома. И каждый раз, когда рушится дом, мы остаемся под дождем. Каким будет новый, надо спешить. Но кто нам поможет это решить? Кто нам поможет это решить? Это решить. И вот, наконец, я обрел покой. Свой новый дом я беру с собой. От всех городов и даже дальних стран. Он сам собой был сделан за миг, он очень просто, совсем невелик, и легко вылезает в мой чемодан. Он там, где я все время в нем, и он во мне, мой новый дом. И его менять, не себя ли менять, ну кто нам поможет это понять? Кто нам поможет это понять? Это понять. Или он мне
Спасибо. Следующая песенка имеет одну особенность. Она в каждом городе называется по-разному. Ну, например, в вашем городе, насколько мы успели заметить, она должна называться, ну, что-то вроде ресторана гостиницы Ростов. У дверей заведения народа скопление, топтанье и пар. Но народа скопление не имеет значения, за дверями швейцар. Неприступен и важен, стоит он на страже боевым кораблем. Ничего он не знает и меня пропускает, лишь в погоне за длинным рублем. И в его поведении говорит снисхождение. А я сегодня один, я человек-невидимка, я сажусь в уголок и сижу словно в ложе, и очень похоже, что сейчас будет третий звонок, и мое отчуждение назовем наблюдением. Стойки ребята, их лица помяты, в глазах глубина. Без сомнения, ребятки испытали в достатке веселящее действо вина. И их поведение назовем опьянение. Вот за столиком дама, на даме панама, под ней томный взгляд. Но Панама упряма и клюет на Панаму. Уже 28-й кандидат, и ее состояние назовем ожиданием. Вот товарищ с востока танцует жестоко, ему пара нужна. Только пары не видно, а танцору обидно, и уводит его старшина. В полицейском движении сквозит раздражение. А я все верю, что где-то Божьей искры света займется костер. Только нет интереса и бездарную пьесу продолжает тянуть режиссер. Только крашеный свет, только дым сигарет у дверей в туалет. Меня нет. Я за тысячу лет. Я давно дал обет никогда не являться в такой ситуации. Спасибо. Спасибо. Следующая песенка — это тоже наблюдение, только на этот раз уже летнее, из города Ялты, прямо с набережной. Там расположен такой старинный якобы пиратский корабль, приспособленный ныне для продажи спиртных напитков отдыхающим. Я, кстати, с удивлением увидел, что у вас тут есть примерно то же самое. По-моему, это называется «Петровский причал». Так что вам будет понятно, о чем идет речь. Песенка носит название «Старый корабль».
высится, как мираж. Древний корабль, грозное чье-то судно, тешит зевак и украшает пляж. Как ни воюй, годы, увы, сильнее. Как ни верти, время свое возьмет. Сгнили борта, и нет парусов на рее. И никогда полный не дать вперед. Зато любой войдет сюда за пятачок, чтоб пушку затолкать бычок. И в трюме посетить кафе и винный зал. А также сняться на фоне морской волны с подругой, если нет жены, одной рукой обняв ее, другой обняв штурвал. Был там и я, и на толпу глазея, с болью в душе понял я вещь одну. Чтобы не стать эдаким вот музеем, в нужный момент лучше пойти ко дну. Спасибо. Все было впервые и вновь, как строили лодки, и лодки звались «Вера, надежда, любовь». Как дружно рубили канаты, и вдаль уходила земля. И волны напели, и каждый пятый, как правило, был у руля. Я пью до дна за тех, кто в море, за тех, кого любит она, за тех, кому повезет.
И если цель одна, и в радости, и горе, то тот, кто не спросил, и пес, и не бросил, то землю свою найдет. Напрасно нас в буре пугали, вам скажет любой моряк, что море бояться вам стоит едва ли, в сущности буря пустяк. Буря лишь крепче руки, и парус поможет и киль. Гораздо труднее не свихнуться со скуки и выдержать полный штиль. Я пью на дна за тех, кто в море, за тех, кого любит волна, за тем, кому повезет. И если цель одна, и в радости, и в горе, то тот, кто не струсил, и весел не бросил, то землю свою найдет. Следующая песенка из жизни животных. Она называется «Синяя птица». Мы в такие шагали дали, что не очень-то не дойдешь. Мы в засаде годами ждали, невзирая на снег и дождь. Мы в воде ледяной не плачем, и в огне почти не горим. Мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин. Мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин. Говорят, что за эти годы синей птице пропал и след, что в аналах родной природы этой твари в помине нет. Говорят, что в дальние страны подалась она навсегда. Только я заявляю прямо, это полная ерунда. Только мы заявляем прямо, это полная ерунда. Синей птицы не стало меньше, просто в свете последних дней слишком много мужчин и женщин стали с дуру гонять за ней. И пришлось ей стать осторожной, чтоб свободу свою спасти. И вот теперь почти невозможно повстречать ее на пути. И вот теперь почти невозможно повстречать ее на пути. Фу-па-па. Стала пуганой птица удачи и не верит людским рукам. Да и как же ей быть иначе, браконьеры и тут и там. Подкрадешься, она обманет, и вот уже навсегда ушла. И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. Только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. Ее крыла, ее крыла, ее крыла, ее крыла, ее крыла, ее крыла, ее крыла. Сейчас мы вместе с вами совершим маленькую прогулку в прошлое лет на 20 назад. В те времена, когда вся эта музыка еще только начиналась. Мы уверены, что в зале есть люди, которые так же, как и мы, и любят, и помнят и это время, и эту музыку. Одним словом, это наше посвящение старому доброму рок-н-роллу. Ну,
вот уже не тот, никто не запоет битлов. Куда ни кинешь взгляд, и старый млад танцует диско. Как жаль, поверь мне, что ты не забыл. Следующая песенка наверняка вам хорошо знакома. Нам будет очень приятно, если вы ее просто попробуете спеть вместе с нами. Она называется «Поворот». Мы себе давали слово не сходить с пути прямого, но так уж суждено. И лучше, если откровенно, всех пугают перемены, но тут уж все равно. Вот новый поворот, и мотор ревет, что он нам несет. Пропасть или взлет, обод или брод, берешь, пока не повернешь. Вот новый поворот, и мотор ревет, что он нам несет. Пропасть или взлет, омут или брод. Если вы еще мужчины, вы кое в чем сильны. Поезжайте за ворота и не бойтесь поворота, пусть добрым будет путь. Вот новый поворот, и мотор ревет, пропасть или взлет, обод или брод, ты не разберешь, пока не повернешь. Да, поворот, новый поворот, и мотор ревет, что он нам несет. Пропасть или взлет, обод или брод, пока не повернешь.
песенка, которую мы хотим вам сыграть, носит название «Скачки». Вот опять я опоздал на поворот. Подо мною конь чужой и конь не тот. Оттого-то в скачках наших буйных дней ставят все не на людей, а на коней. Отчего же в этот час, тяжелый час, наши кони не всегда находят нас? А все могло бы быть совсем не так, если только сам себе не враг и не нужно никому чужих саней. Это был бы сон, волшебный сон, каждый был бы просто чемпион, если мог бы выбирать себе коней. Не всегда во все года с конем везло, но везение непростое ремесло. И когда пройдет удача стороной, на моем коне окажется другой. Все могло бы быть совсем не так, если только сам себе не враг и не нужно никому чужих саней. Это был бы сон, волшебный сон, каждый был бы просто чемпион, если мог бы выбирать себе коней. А все могло бы быть совсем не так, если только сам себе не враг и не нужно. Спасибо!